Растрогали до слез. Непередаваемые эмоции у ветеранов вызвали сегодня малыши детского сада 183. Накануне 23 февраля дети приехали к пожилым людям в пансионат для ветеранов войны и труда с концертом и подарками, которые смастерили вместе с воспитателями. Мы приехали поздравить всех ветеранов с праздником. С Днем защиты Отечества. Мы приехали, чтобы их поздравить за победу войны. Мы их любим, они старенькие. Они освободили нашу землю от врагов. Мы приготовили для них подарки. Открытки, варежки, носки, шапки вязаные, конфеты. Маленькие гости сорвали аншлаг и бурные аплодисменты. С яркими спектаклями малыши приезжают к старикам ежегодно. Это выступление стало юбилейным, 10-м по счету.